как следовало закончить фильм «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». Каковы будут ваши указания, повелитель? В балансе силы происходят значительные изменения. Я ощутил их. У нас появился новый враг. У меня нет никаких сомнений, что этот мальчишка — отпрыск Энакина Скайуокера. Что? У меня есть сын? Нет, я сказал, что у Энакина Скайуокера есть сын, а ты Дарт Вейдер. У меня есть сын. Восхитительно. Постой. Я должен с ним повидаться. И куда? Эй, вы все! Слыхали новость? Я стал отцом! Штурмовики, у меня есть сын! Астероиды, у меня есть сын! И охотники за головами, угадайте что, у меня есть сын, а вы не знали? Маленький дроид, который есть по коридору, у меня есть сын! Скорая света, у меня есть сын! Потрясающе! Снова чувствую себя живым! Править галактикой с моим мальчиком! Он будет в таком восторге! Нееет! Нееет! Я понимаю, что ты расстроен, и все это несколько шокирующе, но, честно говоря, я так счастлив наконец-то встретить тебя! Да ты мне руку отрубил! А, Люк, не веди себя как ребенок. Мне вот отрубили обе руки и ноги. Как я и говорил, присоединяйся ко мне, и вдвоем мы сможем свергнуть Императора и править галактикой, как отец и сын. Ах, звучит и правда довольно заманчиво. А нам обязательно править с темной стороны? Ну да, таков расклад. Тогда я никогда не присоединюсь к тебе. Увидимся. Оп, погоди-ка. Ты куда это собрался? Да ну! Это не обсуждается. Отпусти меня! Я твой отец, я заявляю, что мы отправляемся домой. Да ты худший папа в мире! Скорее, могущественнейший папа в мире. Конец. Меня только что осенило, что вы и есть последний в мире обученный джедай. Может, не стоило вам отпускать Люка одного? Может, разрубленным пополам без причины? Тебе быть не следовало. Эй, эй, ты что творишь? Ты выстрелил первым. Ну да. А с чего бы мне так не сделать? Ну я... Я не знаю, что на это ответить.